Парад планет – это необычное небесное явление. Летом 2020 года небесные тела сблизились друг с другом, однако планеты выстроились не как привычно в линию. Планеты оказались с одной стороны от Солнца при движении по своим орбитам. Вот некоторые думают, что парад планет – это когда все планеты прям ровно выстраиваются в одну вот такую вот линию. На самом деле это не так. Парад планет – просто все планеты или какая-то часть их находится с одной стороны от Солнца, то есть там, где Земля, с этой стороны. И, может быть, 3 планеты, 4, 5, 6 и так далее. С июля этого года за небесным явлением можно наблюдать невооруженным глазом. Однако увидеть что-либо таким образом будет проблематично. Астрономы Казанского федерального университета рекомендуют использовать для наблюдения телескопы, даже самые простые. Поэтому я хочу сказать следующее, что можно любыми способами это все лицезреть. Наблюдать за парадом можно будет до середины августа этого года. Как рассказали эксперты, лучше всего наблюдать за планетами в 12 часов ночи. И именно в конце августа. В это время на небе темнее всего. Большой парад планет бывает раз в 170 лет. А как я говорю, малый парад бывает даже по 2 раза в год. То есть 3 планеты с одной стороны. Тут как рассматривать? И в разное время количество планет, оно меняется. Помимо этого, астроном рассказал, что суеверия, связанные с парадом планет и катаклизмами на Земле, это всего лишь художественный вымысел. Даже если планеты выстроятся в одну линию, катаклизма на Земле не будет. То, что парад планет каким-то образом оказывает влияние на геофизику нашей планеты. Но таких статистических данных, что вдруг у нас извержения вулканов появляются, в большом количестве, или землетрясений, или цунами, не подтверждено. И пока что днем на улице жара, лучше всего сидеть в помещении, а уже ночью выходить на улицу, наблюдая за небом в поисках планет. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.